каждый десятый ивановец – студент. Занятный факт отметил глава региона Станислав Воскресенский на встрече с молодежными активистами. Задать свой вопрос губернатору пришли более сотни девушек и юношей, которым не безразлично будущее малой родины. У вас должно быть очень много знакомств с успешными людьми разной деятельности. И было бы очень интересно, вот мне как студенту-активисту, чтобы эти люди приезжали к нам в Иваново, делились своим опытом, и мы бы их опыт переносили бы в нашу Ивановскую область. Может, как-нибудь можно посодействовать этому? Мы действительно думали о том, чтобы таких людей в нашу область приглашать, чтобы они могли делиться своими историями успеха, и как-то и вы тоже бы от них подчеркнули какие-то уроки. Серия встреч с интересными людьми начнется уже 6 марта. В Ивановский госуниверситет приезжает главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян. Она откроет проект «Губернаторские лекции». Волнуют студентов и более глобальные темы. Одна из них – экология. Станислав Воскресенский неоднократно заявлял, что работа в этом направлении необходима. Означает ли это, что на данный момент у нас есть проблемы в экологии? Какие именно действия вы готовы предпринять, чтобы ее улучшить? Приумножили. У нас действительно в отдельных районах возникают разные экологические вопросы, я так бы назвал. Вот в частности, у нас недавно я был в Заволжске, в городе, и жители Заволжска переживали, что тут какая-то свалка химотходов, что такого, конечно, не будет. Кроме того, неподалеку от химзавода в Заволжске установят экологический пост, чтобы жители были спокойны за окружающую среду. Оставшаяся часть встречи прошла за закрытыми дверями. Чтобы не смущать студентов, журналистов попросили удалиться. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.